18 февраля, суббота, вот только приехал, растопил печь. Кому интересно, что же у меня тут в ведре, это три маленьких крольчонка, которых я выкармливаю, крайней мере, пытаюсь выкормить. Почему я их кормлю, это у меня есть в прошлых видео. Сегодня хочу попытаться пересадить этих крольчат к черной самке. У нее их 6 штук. Несмотря на то, что те кролики на один день младше этих, эти значительно уступают в росте. Хотя в развитии, вроде как они тоже уже открыли глазки, выходят из гнезда, в моем случае из коробки, которая была в квартире. Но так как все равно вот эта смесь, которую я кормлю, это детская смесь, они ее не наедаются, она, наверное, не настолько питательная, возможно, не настолько полезная, скорее всего. Поэтому все равно они мелковатые. Сегодня хочу их пересадить. Ну, посмотрим, буду надеяться, что получится, она их выкормит. И дальше у меня в планах поклеить обои вот в этой комнате за моей стеной. Вчера я купил уже для двух комнат. Также приезжал, уже подготовил клей, замешал и помыл полы в этих комнатах. Поэтому, еще. Вчера у меня родила одна из поместных самок, которая была покрыта строкачом. Сколько родила, еще не знаю, только вот смотрел, что они там есть, шевелятся. Поэтому, возможно, потом еще посмотрю. Вот. И удалось покрыть еще две молодые самки Калифорнии. Покрывал их также калифорнийцем, новым, который у меня. Поэтому, я думаю, через месяц уже будут крольчата и у них. Вот. А сейчас пойдем... Отнесу кроликов, наверное, чуть позже покажу, как поживают мои остальные кролики, а сам уже буду заниматься поклейкой обоев. И вот те, что сидят с самкой, несмотря на то, что они на один день младше, они значительно больше тех, которых выкармливал я. Сейчас сразу пересаживать не буду. Вот набрал им пуха, сена вот этого, где сидят эти крольчата. Пускай немножко наберутся этого запаха, и потом пересажу. Уже такие большие стали.
Все время, когда прихожу, этот начинает бегать по клетке. Ждет, что я ему принесу что-то вкусное. Ну и знает же, что принесу. Сейчас пойду что-нибудь ему достану. Может, яблоко, либо там свекла есть кормовая. Вот эти наши калифорнийцы. Еще сегодня никого не кормил, сейчас этим буду заниматься. Уже подросли. И, ребят, вот этих малышей я пересаживал пару дней назад. Тех, которых калифорнийская самка выкармливала. И вот этот один, который поменьше, это барашка кормила. Уши еще не опустились. Так вот, у некоторых уже есть. Но скоро опустятся остальные. Ребят, сейчас покажу эти наши маленькие. Ну вот, ну не знаю, если так, вот и еще один трупик. Не знаю, не буду показывать его. Я так думаю, что и с этим будет то же самое. Он-то, наверное, покушал. Так, живот немножко такой есть, но очень-очень мало. Если поел, то очень мало. Видимо, не буду я больше выкармливать их на таком сроке, все равно как-то это ни к чему не приводит. Козьего молока у меня нету. В магазине тоже я не нашел. Такой страшненький, худенький и голодный.
Ребят, вот так прошли мои 2 дня. Все, что планировал, все сделал. Животных тоже уже всех покормил, поэтому буду заканчивать наш видеоролик. Всем мира, всем добра, всем пока.